Договориться полюбовно не получилось, теперь Лондон будет решать, можно ли выйти из ЕС без сделки с Брюсселем. Именно этот вопрос будет вынесен на голосование Палаты общин сегодня вечером. И оно обещает быть не менее напряженным, чем накануне, когда парламент решительно отверг план Терезы Мэй по выходу из ЕС, над которым она работала без малого 2 года. Как и вы, я хочу, чтобы Великобритания покинула Евросоюз на хороших условиях. Да, можно уйти и без сделки с Брюсселем. Но мы проделали огромную работу, чтобы 29 марта Брексит прошел по оптимальному сценарию, заявила Тереза Мэй. Она предостерегла Палату общин, что Брексит без соглашения с Еврокомиссией фактически в одностороннем порядке накопившиеся вопросы не только не решит, но лишь добавит новых проблем. Однако эти слова оппонентов Мэй не убедили. Госпожа премьер-министр упрямо продолжает заявлять, что выбора у нас нет. Однако вчерашнее голосование ясно показало, что предложенный Мэй план парламент не устраивает. Более того, среди однопартийцев госпожи Мэй нет четкого понимания. Ранее консерваторы говорили, что жесткий Брексит возможен. Как же они будут голосовать сегодня, задался вопросом лидер британских лейбористов Джереми Корбин. Если Палата общин согласится на выход Великобритании из ЕС без компромиссного договора с Брюсселем, тогда развод будет весьма болезненным и в первую очередь для самой Великобритании. Если же такой сценарий будет отвергнут, то в четверг на голосование будет вынесен вопрос о переносе Брексита на более поздний срок.